История котласского хоккея с мячом началась в 1976 году. Именно тогда Анатолий Алфертьев начал свою карьеру как играющий тренер в лиминской команде «Водник». 3 года подряд под его руководством команда выигрывала первенство города. Вскоре руководство электромеханического завода предложило Анатолию Алфертьеву работу тренера в команде «Салют», и он согласился. Уже через год, в 1980-м, команда взяла бронзовую медаль на областном первенстве. Все воспитанники хоккея котласского, все его воспитанники, все, кто занимается хоккеем с мячом. Вот. Он оказал огромное влияние на воспитание, на развитие, на мировоззрение. Именно по инициативе Анатолия в 1982 году при поддержке электромеханического завода началось строительство стадиона «Салют». После ввода объекта на его базе сразу же открылось отделение хоккея с мячом. Помню, пришли к нам в класс старшие ребята, предложили походить на хоккей с мячом и футбол. И вот пришли на тренировку, затянуло, и вот уже там со стажем в 20 лет тренируемся, Анатолий Славич в том числе. В 1990 году команда «Салют» спортивной школы номер 1 под руководством Анатолия занимает первое место в финальных соревнованиях Министерства народного образования среди школьников 1974 года рождения. Через год еще одна команда на 2 года старше повторила ее успех. Я пришел, когда мне было 10 лет, 18 лет ушел в армию, то есть 8 лет я тренировался хоккей с мячом, а потом появился через 26 лет. Я повел сына на хоккей с мячом и сам пришел в команду, вспомнил все. В течение многих лет команда «Салют» выступала в чемпионате России среди спортивных школ, представляла область на зональных соревнованиях. Впоследствии многие спортсмены разъехались по другим городам для дальнейшего роста и обучения. Воспитанники Анатолия Владиславовича, Александр Тюкавин, Сергей Гусев, Олег Тюкавин – все они в 1996 году стали чемпионами России в составе архангельского «Водника». Он отдавал свои лучшие годы, можно сказать, ему, ребятам, которые сейчас до сих пор занимается хоккеем с мячом и продолжает, можно сказать, его дело. За свою тренерскую карьеру Анатолий Алфертьев подготовил 5 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта и 1 заслуженного мастера спорта. Сейчас ученики Анатолия Алфертьева продолжают добиваться успехов. Молодые команды из Котласа занимают призовые места в соревнованиях различного уровня. Анатолий Владиславович, поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Желаем вам огромного-огромного здоровья. Неиссякаемой той энергии, которая у вас есть, и продолжать заряжать всех ребят, нас, и младших, и старших. 70 лет – это прекрасная дата. Есть и дальше прекрасные даты, которые, надеюсь, мы будем встречать все вместе. Спасибо вам за все. Хочу очень отметить, что самый большой вклад в развитие хоккея с мячом – это ваш вклад.